Санкции заставили коммунальщиков чаще чистить крыши от снега и сосулек. Специалисты Госжилинспекции проверяют работу управляющих компаний, которые должны следить за тем, чтобы на кровлях домов не скапливались глыбы льда. Пока ситуация не критическая, говорят эксперты, это связано с тем, что выросли суммы штрафов. Раньше максимальный размер для юридических лиц составлял 40 тысяч рублей, теперь 250. Правда, даже после этого находятся коммунальщики, которые не спешат выполнять свои обязанности. Елизавета Василевич продолжит. Улица Энергетиков. Эта полутораметровая сосулька пугает многих омичей. Ведь если взрослый понимает, что подходить близко нельзя, то ребенок опасность может даже не заметить. Никак не убирают, абсолютно. Как они вот висели, так они висят. Видите, да, все сами? Конечно, опасно. И убить может, и дети ходят. Очистить крыши домов от снега и сосулек управляющие компании должны были до 6 марта. Однако сделали это не все. Вот, например, на крыше домов по улице Ивана Алексеева сверкают сосульки. Причины, на которые ссылаются коммунальщики, всегда одни и те же. Нет необходимого штата сотрудников, техники и средств, чтобы убирать наледь после каждого перепада температур. Вот теперь то заморозки, понимаете сами, что тут их хоть каждый день сбивай. Дело в том, что даже вот мехрука у нас, мы ее нанимаем, вот она до 6-го этажа даже не дотягивается. Это надо японскую технику заказывать, спецтехнику, которая больше 25 метров. После каждого выпадения осадков нужно чищать. Это есть правила, нормы эксплуатации жилого фонда. Вы знаете, это прекрасно. Но это по финансовым средствам это невозможно. Впрочем, в Госжилинспекции говорят, эти проблемы не являются оправданием. В этом году в ведомство поступило уже более 40 жалоб от омичей на неубранные сосульки и снег на крышах. Государственная жилищная инспекция выдает предписание, оформляет административный материал для дальнейшего рассмотрения мирового судьи. В соответствии с кодексом административных правонарушениях штрафы на должностное лицо до 50 тысяч рублей, на юридическое лицо до 250 тысяч рублей. Еще в январе у одного из омских торговых комплексов под тяжестью скопившихся осадков рухнул строительный козырек. В феврале от упавшего с крыш снега пострадало несколько автомобилей на улице Крупской. В одном из детских садов обвалился козырек над входом в здание. Спасатели настоятельно советуют по возможности не подходить близко к стенам домов. Если вы услышали подозрительный шум наверху, нельзя останавливаться, поднимать голову и смотреть, что случилось. Необходимо сразу же прижаться к стене. В этом случае козырек крыши послужит укрытием. В марте 2016 года на 10-летнего ребенка упал снег с крыши зданий по улице Лобкова. Девочка получила перелом ключицы и травму живота. Суд взыскал в пользу потерпевшей 350 тысяч рублей. Директор управляющей компании получил 2 года условно. Впрочем, чтобы не пришлось доказывать свою правоту в суде, все же лучше обходить опасные места стороной. Сейчас, говорят специалисты Госжилинспекции, ситуация не критическая. Всего проверено более 3000 домов. Выдано 23 предписания. Трагических случаев, к счастью, пока не зафиксировано. Елизавета Васильевич, Константин Демиденко. Новости здесь, Омск.